Я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова, участница проекта Whole World с 2013 года. В сегодняшнем видео я вам расскажу, почему нужно быть обязательным подписанным на официальную группу и на официальный канал Telegram. Ну, я узнаю в основном новости с официального канала и из группы ВК. Кто-то узнает из группы Facebook, но это в основном для иностранцев. Я узнаю из группы ВК. И речь пойдет сейчас именно об группе ВК и Telegram. Во-первых, вы можете здесь отслеживать все новости. Нет, во-первых, вы должны разобраться, как работает система всем миром. Она работает с 2011 года. Сейчас я вам маркетинг. Какие тут есть маркетинговые программы, рассказывать не буду. Об этом у меня есть предыдущее видео, и об этом вы можете ознакомиться на главной сайте. О марафоне и об эстафете. И во-вторых, здесь в официальной группе и на канале нужно отслеживать все новости. Конечно же, надо вам нажать на колокольчик вот здесь и включить уведомления, которые будут вам приходить вот сюда в уведомления. У меня их аж более 100. Сейчас буду разгребать после того, как запишу видео. Рассказываю кратко о новостях. Сейчас у нас идет конкурс. Whole World моими глазами за апрель. Он не будет продлеваться каждый месяц, но сейчас он идет. И вы можете получать дополнительные вознаграждения, участвуя в этом конкурсе. Не все участвуют, я вообще не могу понять, неужели людям не нужны деньги. А кому они нужны? Вот уже 46 роликов здесь выставлены. Один человек может записать до 30 роликов в месяц и получить $10 гарантированное вознаграждение за 10 роликов, не более. Вот смотрите, каждый день здесь люди выставляют свои видео. Ну, не все участвуют. Наверное, кому-то не нужны деньги, либо по каким-то причинам они просто не хотят здесь участвовать. А во-вторых, здесь можно еще выиграть бизнес-автомат, который будет приводить людей в вашу структуру без ваших личных приглашений. И выиграть еще денежные призы. Вот я в марте месяце участвовала в конкурсе и выиграла $25. И плюс $10 мне начислили за 10 видеороликов. Итого $35, больше 2100 рублей, даже больше. Почему бы и нет? Дальше. Сегодня у нас в 19 часов состоится вебинар. Работа с возражениями. Возражений очень много, поэтому советую вам его обязательно посетить и пригласить сюда своих друзей, знакомых, подписчиков. Дальше вы можете здесь отслеживать новости, кому мы помогаем и почему Whole World назван самым благородным проектом в интернете, без всяких сомнений. И вот так вот все-все новости компании, об акциях, все, что новенькое здесь, вы можете отслеживать. Рекомендую вам подписаться на группу. Все, что есть на канале Telegram, а Telegram есть, ну, практически у каждого, это самый популярный на сегодняшний день мессенджер, не хуже, чем WhatsApp. Здесь новости у нас дублируются. Идешь, несешь в кармане смартфон, пиликнула новость, вот ты уже знаешь, что сегодня вебинар, что запустилась компрессия, что такое компрессия. Вот здесь по ссылочкам перейдете, можете все почитать и быть в курсе. Поэтому подписывайтесь на новостные каналы, на группу. А моя реферальная ссылочка на проект Whole World, в котором я уже 8 лет, находится под этим видео. Пока-пока.